Всем привет! Сегодня хочу показать обзор товаров и цен Магнита семейного. Вот такой огромный у нас магазин. И, конечно, потом покажу свои покупки. Захожу в магазин. Вот такая огромная территория у нас. Сейчас покажу, что есть.
специально шлифованный для плова. Также я взяла сливочное масло, тоже магнитовское. Попробуем. Взяла два огурчика свежих. Дети у меня любят кушать их. Яблоки. Вот такие шампиньоны, 400 грамм, 104 рубля. Это также для кальмаров начинка. Вот такой вот багет провансаль с ветчиной и сыром, начиненный батон. Делают тоже сами они в магните. Взяла попробовать. Также взяла кальмары замороженные. Здесь полкилограмма, вышло на 129 рублей. Деткам также взяла наши любимые мармеладки арбузные. Недорого вышло, на 81 рубль. Здесь 328 грамм. Немного кинзы. Для апельсинового соуса также взяла имбирь молотый. Черный молотый перец. Тоже магнитовский. Купила. И купила йогурты. Пудинги шоколадные. Тоже деткам. Ну и, конечно, в довершение всего я купила вот такие вот рулетики куриные с пикантной начинкой. Беру их очень давно. Мне очень нравится. Там внутри корейская морковка. Готовится быстро. Но выходит, конечно, дороговато. Вот две штуки вышло на 201 рубль. Но иногда можно себя побаловать. Так что не переключайтесь. Сейчас я их поставлю в духовку на 180 градусов. Примерно на час буду смотреть по готовности, добавлять водички, чтобы не пригорали. Получается очень красиво и вкусно. В итоге покажу результат. Вот такой куриный рулет получился у нас в готовом виде. Сейчас разрежу и покажу вам результат. Вот такая вот начинка внутри. Смотрите. На вкус это обалденно, честно сказать. Так что, если у вас есть такие рулетики, я всем рекомендую попробовать. Ну, а я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. До скорых встреч. Пока-пока.